Человеку сложно, конечно, осознать всю серьезность событий, которые в мире происходят, потому что мы мыслим все из себя. Вот есть я, и есть мир вокруг меня. И если в этом мире все чфу-чфу-чфу, то я и думаю, что все, так сказать, более-менее. Вот. На самом деле мир и вот то, что в нем происходит, это огромное количество процессов, самых разных. Процессов изменения идеологии целых цивилизационных анклавов. Это конкуренция технологических гигантов, это воздействие различных цифровых технологий, от рекомендательных систем до псевдо-СМИ, которые только и остались в мире. Наш мир называется постправда, если кто не в курсе. Никто не говорит нигде правды, все говорят, потому что им это зачем-то выгодно. Из своей форточки не видать этого всего. И нам сложно понять. А понимать надо, потому что если вы понимаете, вы можете подняться над ситуацией, увидеть дальше. Вот. Вы можете ощутить значимость событий. И это дорого стоит.